Всем привет, из Карловых Вар, я Владислав Буря, специалист по выбору отелей в Карловых Варах. Хочу сделать небольшую такую ремарку о том, как правильно выбрать отель или санаторий на этом курорте. В Карловых Варах гостей принимают десятки различных лечебно-оздоровительных учреждений, у каждого есть свои плюсы и минусы, какие-то особенности, какие-то недостатки. И хочу сказать, что выбрать отель в Карловых Варах не такое уж простое задание, как кажется на первый взгляд. Именно поэтому я регулярно продолжаю приезжать в Карловы Вары, изучаю этот курорт, рассказываю в своих тематических статьях о каких-то особенностях курортного лечения. Хочу также отметить, что нужно, почему нужно правильно выбрать отель в Карловых Варах, потому что у каждого из них есть какие-то нюансы, которые влияют на эффективность лечения, расположение отеля, качество лечебной базы, профессиональная подготовка врачей. Все это нужно знать, чтобы пройти действительно эффективное курортное лечение в Карловых Варах. Следите за моими материалами в Фейсбуке и в Инстаграме, получайте полезную информацию и выбирайте отель в Карловых Варах правильно.